Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Все пишет. Так. Итак, день 27. Работа по увеличению мощности автомобильного двигателя. Пытаюсь внедрить в топливную систему ядерный синтез. Слышь, профессор, так может все-таки присадки? Присадки негативно влияют на автомобиль. Да ты у нас дороги видел? В России просто ездить вредно для автомобиля. Ну да, да, действительно. Федор, вы сможете достать обогащенный уран? Профессор, я живу в деревне, нигде не работаю, друзья такие же. Я скоро печень из задницы достану и все. День 44. Поиск новых идей по увеличению мощности автомобильного двигателя. Где же я мог ошибиться? Есть спирт, а? Какой? Питьевой. Фу, какой же у вас сильный выхлоп. Пожалуйста. Выхлоп. Выхлоп! Действительно, нужно убрать выхлоп. Это увеличит мощность. А, боже, как же я ошибался. Выхлоп. Так. Не всяк я вам помог, да, профессор? Вообще. Поймите, Федор, везде есть скрытый потенциал. Даже в вашей машине. О, моя машина вообще очень скрытая. Ни в одной базе не числится. Я не о том, Федор. Я о великом свершении, Федор. День 49. Проект по усиленному выводу выхлопных газов из двигателя будет иметь кодовое название «Прямоток». Прямоток. Дебильное название, профессор. Прямоток. Попроще, мне кажется. Прямоток. Газоотвод. Отличное название. Газовая атака. Супервыхлоп. Господи, пожалуйста, замолчите. Проект «Пук». Пукоотвод. Господи, вы глупы, поймите, вы глупы. А я смогу обогнать Таурек? Нет. А Камрюху? Нет. А Крузак? Господи, Федор, зачем вам горит Крузак? Ну нравится мне в этих машинах магнитолы. Но вдруг что-то пойдет не так. Господи, Федор, вы не о том думаете? Не, ну хотя бы 210 километров в час будет. Что вы несете, Федор? Что вы несете? Ваша машина сущая, она на 100 километрах потеряет колеса. На 110 она потеряет двери, а на 140 она начнет человеческим голосом молиться, Федор! Господи! Не, ну если честно, я колеса на 60 километров терял! Ничего не получается! Итак, день 52. Продолжаем тест на холостых оборотах. Федор, добавьте газу! Ничего не получается, машина продолжает громко орать! Перестройка коллектора не дала никаких результатов. Абсолютно. Это просто офигенно, профессор, я в шоке. Вот мощность можно убрать, потому что нажрать стало как конь. А вот древо добавить, а? Что вы несете? Что вы несете? Изначально цель проекта абсолютно была другая. Мы хотели увеличить мощность двигателя. Когда орет двигатель, это красиво. Что вы несете, Федор? Когда орет восьмицилиндровый двигатель, это красиво. А когда пишет умирающая старуха, это безвкусица. Что начали-то, старуха? Мой двигатель — это пьющая бабушка. Федор, что вы делаете? Ваша машина пугает людей. Зато она привлекает баб. При чем здесь бабы? Я говорю о людях, Федор. Все, меня все не устраивает. Смейте. Больше ничего делать. Она еще не готова. День 62. Проект «Прямоток» оказался провальным. Сам того не подозревая, я заложил фундамент для так называемых автомобильных понтов. Боже, люди еще не готовы, люди не готовы. Остается надеяться лишь на то, что это не приобретет массовый характер. Да-да. Виктор Михайлович, Федун сказал, что это вы ему сделали глушак, как у Феррари. Боже, боже. Мы обречены! Видео ставь лабораторию. Подписывайся на наш канал, не забывай про группу ВКонтакте и Инстаграм. И обязательно пиши в комментариях, как относишься к прямотокам. Ну все, друзья, пока!